Приветствую всех, с вами Бур, и мы продолжаем проходить Мафию 2. Глава 4, Закон Мёрфи, Маленькая Италия, 15 февраля 1945. Записка Джо. Он умеет писать? Навряд ли. Хотя... Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. Я тоже. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Вообще уважаю Джо. Вы только подумайте. Он наверняка в школу-то не ходил, а писать научился. Молодец. Окей. Вперед. Боже мой. Или собака пытается сожрать у бомжей. Или бомжи пытаются сожрать собаку. Ладно, оставим это на их усмотрение. Пока мы будем ехать к Джону, помню, что было в прошлой серии. Мы попытались устроиться на работу в порт к мистеру Папаларду, который Дерек. Сначала он нас отправил возить ящики за 10 баксов. Мы послали его нахер. И сказали, что Барбара Инкорпорейтед сможет заработать в 10 раз больше. А, Стив. Стив, по-моему, да, помощник Дерека, который за нами наблюдал, сказал то, что ни хрена себе, ты знаешь Барбару, ну-ка давай к Дереку, рассказал об этом Дереку. Дерек пригрозился сначала, что нас убьет. Если не дозвонится сейчас до Джо. Ну, он дозвонился для до Джо. Джо, видимо, ему объяснил, что я такой герой войны и все дела. И нам дали задание пойти оприходовать пару ребят. По-моему, это слегка подвисает игрушка. Смотрите, кто пришел. И где ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. И сигарету. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Он что себе думает? У меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кого тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушки. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? А, ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, лампочки. Пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. 6 часов спустя нехило они так затусили в ресторане. 6 часов! Моя дверь в машину была открыта! 6 часов! Боже, я обожаю эту страну, ее до сих пор никто не спер. Мы вообще могли бы еще и дверь закрыть. Цены бы никогда не было. Ну как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Ты что, дальтоник красный же? И чё? Я сам красный. Когда хочу еду, когда хочу стоять. Не командуй мне тут.
Сейчас вот остановлю тебя. Давай, выходи. Выходи, пешком пойдешь. Ну что ты? Я выйду. Ты охренел, что ли? Ну, зайди. Зайди, я сказал. Ну ладно, хрен с тобой, я зайду. Да вообще. Безобразие. Ладно, поехали. И что, дальтоник красный же? Да, опять за свою. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. Нервничай, я спешу. Ты что, не видишь, я еду? Я уж думал, что со словами аккуратненько я своей левой фарой вмажусь в угол здания. Так, свидетель, пошел в жопу. Оп. Оп. Все, денежки наши. Здравствуйте, бриллианты, мы идем. Опять без звука. Видимо, тут музыка должна играть. Ни хрена себе. Это за нами, что ли, конвой приехал? Ты еще что? Я вот тоже думаю, что за хрень. Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Мы тут Барбара, раньше... ты что это тут делаешь, шоп, котел? Шоп, это наш магазинчик. Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, ходи все, сейчас, что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем прошел, поздал, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси! Давай-ка валим отсюда. Тут, видимо, музяка, а так как я музяку выкрутил по нулям... Надо валить к черту отсюда! Сдачи! Приглашение! Сдачи, парни! Брайан, а как же коп? Давай, выбирайся! Хватай! Я стараюсь! Да что ж ты стоишь, пошел! Эй, Вита, я открыл! Живее! А тут ты открыл? Ни хрена себе, Рэмбо. По-моему, тут стреляют. Открой меня! Я открою дверь! Отцепи Эй. Этих козлов от меня! Почти! Выдержи! Еще немного! Не выдержишь? Давай, по-моему, открывайся! Есть! Подумай! Давай! Там кто-то сломался. Стоять! Полиция! Вам не уйти! Назад! Надо найти другой выход! Иди, полиция. Твою мать! Ну куда это побежал? Перезаряжаться. Я предупреждал. Вроде все. Пошли наверх. Черт, снова тупик! От кого прикрывать-то, я уже всех положил, по-моему. Ну открывай ты ее, прострели. Пошли.
Нам сюда. Это единственный выход. Ну? Да хрен с тобой. Ну уже, Вита, двигай тазом! Да бегу я. Ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешь ты и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Ты как так стреляешь? Это прям в фильме. Тебя не стреляли через коров, там, через людей. Шустрей, шустрей. И что, нас не заметят? Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Да. Черт! Господи, осторожней. Летать научился? Да я, Корни кажется, обделался. Дядь, звати сюда, почти сержа. Да нахрен, столько мне не платят. Сюда, так мы выйдем на улицу. Черт, копы! Полиция! Вам не уйти! Крат, чё застрял? Генри никогда не поверит. Слышь, копишь? Идиоты. Сам ты зубок крат. Ну давай, шевели тазом. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везёт ирландцев. Это чё за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Чёрт, копы! Быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. А я, как ладно, я и говорил, друг, вначале... увидимся дома. Не попадись, молодец, только по пути. Угу, сейчас. Слушай, а как он пойдет? И вообще, ни один коп, который меня видит... А, или кто-то видит. По-моему, я всех положил. Да пойди переодеться. Вон ту хочу зелененькую, как танк. О, мистер полицейский. Блять. О нет, он нас убьет! Нифига себе, я такой первый раз вижу. Мужики, тут никого нет. У меня всего 3 патрона. Фу, вот это пронесло, не по-детски вообще. И они, небось, все с Томпсонами были. А я в тупичке. Интересно, у них глаза на спине есть? Пока, лузера. Спрячем пушку. Фига, я выжил. Вот это мне вообще повезло. Я спрятался вообще. Ух ты.
держит заведенную тачку. Мужик, спасибо. Слышь? Слышь ты, что вообще? Оружие не тебе достать? Достал пушку, показал, и все, проблема решена, ни хрена себе. Вот это четко. А че мне переодеваться, я сразу поеду домой. Тоже мне, то хотел по морде надавать. Нифига, на полиции вообще. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ну откуда здесь вообще взялись, черт? Вас понял. Я вообще вот тут как раз проезжал, сюда не доехал и свалил. Так понимаю, мы идем спать. И там глава заканчивается. Коротенькая глава оказалась какая-то. Очень коротенькая. Лукас. А, я не туда пришел, я на этаж выше, что ли, поднялся? Да, действительно. Он запомнил, что живет на третьем этаже. Надо твои есть попить. Да, после такого дня только пятого. Блин, у них вообще на столе когда-нибудь срач убирается. Ладно, пойдемте в коечку. Прикольная миссия, мне понравилась на самом деле. О, я как и говорил. Глава номер 5. Циркулярка.
Квартира Джо, 20 февраля 1945 года. Привет, красавчик. Привет. А мы были Джо вместе? Не дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. Жалко. А то поиграли. Так ты могла бы со мной поиграть, пока. Может, другой раз, котик. Так, пока. Оставайся. Чао, бомбино. Это было нечто. Да, не то слово. Почему я всегда оказываюсь в лохах? Ладно, надеюсь, мне повезет, и мы еще раз не встретимся. Там собака бомжей сожрала. Никого нет. Ну ладно. Твою мать, дура баба! Но а я... ну вернись! Ой, кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Слышь, оставь девушку. Ты мою машину разбила! Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Посмотри на мои... Эй, мужик! Мои кулаки. Усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, девушка, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово. Кстати, он виноват. Вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я предупреждал. Да не хочу я с ним драться. Сейчас я отойду. Ну чё? Чё ты сел? Ну тресни ему по башке. Ну чё ты не треснешь ему по башке? Дай ему по морде. Ты чё сел? Да встаньте, придурки. Это не я. Все, все, пошли. Иди в машину. Иди в машину. Это вообще что за хрень? Ничего, вот если тебя сюда отвезут, ты назад вернешься? Что за это? У меня идея. Она еще не убиваема, по-моему. Ну поехали. Поехали с ней на автостраду таким образом. Вот это вообще про прикол. Башкой в бордюре, ты прикинь? И только что мы поиграли. И менты самое главное проехали, типа ничего не достаточно. Да ты что дальше-то не хочешь ехать? Хватит квакать.
как она вообще после всего этого еще жива? Я ее столько раз уже... Да у нее там крови уже не должно быть распаться. ДТП! Водитель хочет скрыться! Понял! Деваху трогали, обижали, я ее защитил. Чего так подлагивает, по-моему? Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш междусобойчик с ирландцами? Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. Сколько? И сколько это? 5000 сносов. Ни хрена себе! Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Ни хрена себе. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но спасибо. Мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его.
И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Да, Гарри. Не на фронте. Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Помните, ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Интересно, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Один ну, до встречи. Светильничка шмальнул, и удачи, Кори. И никакой МГ не нужен. Мне доесть-то хоть дали? Непонятно. Вообще, это довольно стандартная процедура для тех времен. Я имею в виду в плане военных. До встречи. Всего доброго. Которые, возвращаясь с фронта, тырили корабль. Ну, не то, чтобы тырили, а им разрешали забирать оружие домой. Ну и наверняка тырили они. В общем, на сколько мне известно, на яги возвращаясь. Так, так, аккуратно, менты. Извини, мужик. Короче, вояки возвращались домой, то есть на гражданку. То есть люди там приходили с ящиками ручных пулеметов, БРМ, да еще что-нибудь. И неудивительно, что потом это оружие наверняка продавалось и попадало в руки как раз криминальным структурам. Ко всему этому во время Второй мировой войны появилось такое выражение, как морфинизм. То есть люди, которые зависят от морфина уже от наркотиков. Раньше во Второй мировой войне морфин использовали как кровоотдаляющий. То есть попали там в живот, фатально. Ну ты уже не выживешь, по-моему. Тебе вкалывают морфин, ты умираешь уже без боли. Но это не всегда так. Просто обезболивающе, что вокруг тебе попали, то же самое тебе вкалывают, и у них специальные такие переходные шприцы были. Мягенькие относительно, и в общем-то его вкалывают, имею в виду. Мягенькие шприцы, да. Ни хрена себе телепортнулся. Упаковка у него мягенькая, в которой морфин хранится. Чтобы было более понятно, вы знаете, как в Макдональдсе кетчуп продается за 10 рублей в такой мягенькой маленькой. Вот то же самое морфин, но еще и иголка торчит. И, собственно, морфин тоже перли как и оружие. И потом продавали на гражданке уже всяким наркоманам. Кто там? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Ой, пальто, открывай. Нихрена себе арсенал. Привет. А чё у тебя с главным? Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Капитан, ага. Джо Воробей. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? В Нормандии, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? Ты что, тоже 504-й был? Парашютный. Хрена себе, ты десантник. Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест. Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но...
Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Нахрена себе 2000 патронов. А 4 ствола ты положил? Потому что у МГ-42 через каждые 500 выстрелов необходимо менять ствол. До скорой встречи. А то он становится широким, и автомат начинает хуже стрелять. Так вот, морфин. Вернемся к теме наркомании. И, значит, после войны его начали, вот я рассказывал, нелегально распространять везде, и как попало. И в Америке провели там целую операцию по этих, как же это называется сейчас? В общем, искали людей, которые распространяли его, и сажали, несмотря на то, что эти люди там воевали и все остальное. А между прочим, где-то десантник. А это значит, что ему платили больше всего. Службы десантники получали 50% штрафа, когда все остальные получали то ли 40, то ли 35. Самое первое. То есть тебя попросту, представь себе, вражеская территория тебя просто бросает. Говорят, захвати и удержи, а мы потом типа придем. Чё, народ справлялся. Ясно. У меня в багажнике пулемет. Давай, 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 давай. Я тебе постановился. Адьос. Тебя кто за руль пустил? Что у тебя произошло? Следую гонщика. Понял. Эх, нельзя вылететь. А то было бы круто. Супер.
ничего не знаю. Мне было не видно, куда я выезжаю. Так вот, нафига нам пулемет, когда у нас есть, можно использовать, не знаю, там гранату в конце концов. Кинуть 3 гранаты. И все. Мезери Лейн, квартира 233, 2 часа спустя. Что-то мы уже долго тусим. Ну, красавчик Джо. Прям как на войне. Лучшее время, точнее, в любую минуту стоит поспать. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клементе. Что-то нас пропалили только что, по-моему. А сам отец не поехал? Пулемет в руках, что ли, держал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готовься. Ладно, я готов. У них ладно. Пушки! Наш выход! У них пушки! Крыша! Вот там, в все готовы! Хватит уже палить! Я и так не смог на половину! Где там наш? Пистолетик, это нам нужно. И бутер. Пистолет. А вот. Свит кола, я подумал, вот еще и кола есть. О, ну это, по-моему, было лишнее. Ты вы так хорошенько делал. Прикрой меня, Вита! Ладно, Вита, пошел, пошел! Ой. Ладно, Вита, поплыли. Ой, тут кто-нибудь что есть? Здравствуй, красавчик. Давай, ублюдо! Жрать! Ну ты труп! Попал, придурок! А то жердяй уйдет. Я вообще хочу. Ой. Это у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Да-да-да. Стрелять нехорошо. Перезарядка. Прикрой меня, Вита. Прикрой меня. Осторожно! Не спи! Посмотри! Скромка в матрице. Что такое было? Пришли освобождать получился. А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла! Сколько бухла пропадет! Мы идем или как? Давай, двигай! Красавчик вообще. Прикрой меня, Вита! О, нет! Нет!
Ладно, Митя, поехали. О боже, нет! Подвинь. Пробуй его обойти! Попробуйте меня обойти. Я твои кишки на кулак на... На свои мозги на кулак лучше включи. То они по всей комнате разлетятся. Не знаю, куда это попал. Воу, а за что ты его? Прикрой меня, Вита! Прикрой меня! Дробь, иди! Молодец! Знаете, дробью в пах. Попить можно, чтобы здоровье восстановить? Давай! Жми кнопку, Вита! Где она? Я приглотнул и поел. Ты что это творишь, а, Джо? Мысли бы и читать. Здоровье хочу. Клевую выпивку попробуй. Да, я хочу. Как взять? Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? А что, ирландцы пьют на работе? Вот и они! Ой, я захожу! Их тут целая армия. Они просто... Сделайте что-нибудь. Нельзя же просто тут торчать. Ну и что, твою мать, я могу сделать, когда в меня палят со всех сторон? Вита, сделай что-нибудь. Ты у нас специалист. Че ты вино перекладываешь, блин? Вообще охренеть. Сделай что-нибудь. Нет, Вита, ты сделай что-нибудь. Что у нас здесь? Автомат! Живее! Свинка наверху! Пойдем порубаем ее. Да смотрите, они все пили. Вот у одного бутылка, вот у второго бутылка. Все бухают. Тихо. Нет, по-моему, не очень уже. Ой, кабанчик какой, посмотрите на него. Не убивай! Цыплёнок. Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Нихрена себе дежавю прям какой-то. Привет от Дона Климена. Правильно, так его. Чё за хрень? Всё! Всё! Ах ты мразь! Ах ты гнида позорная! Сука! А чё у нас стоял тот вот? Кстати, может тоже придурок. А куда он попал? Ладно. Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он простудил мне ногу. Боже. Ого, да тут всё правильно. Мне надо к Эль-Греку. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. О, еще тот мешочек. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да, хорошо, что чуть. Да ладно тебе, даже близко не попал. Все, никого не будет. Это радует. Где лифт? Эй, осторожнее, больно же. Мужик, я тебя чуть не пристрелил. Не надо, будешь ныть, я не хочу пешком пойдет. Нет, нет, сразу обижаться. Я всего лишь кровью стекаю. Скоро все к чертям сорвется. Все гребаное заведение разваливается. Огонь распространяется.
горим заживо. Черт, черт, ты! Где ребята-то? Мужики. Мужики. Воу, Джонни красавчик. Бутылочки, бутылочки. О, боже. Быстрее надо его отвезти в госпиталь. Или к кому там, к Эльгрека, к художнику. А, к доктору. Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, да приятель, просто едешь, царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет. Да, забухаем, девочка. Тебе нельзя говорить, побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем в кино? Буду стрелять на поражение! Вас понял. Не догоните. А он умеет приободрить. Как-то видел в кино. Было бы смешнее, если бы он сказал, я когда-то читал эти книги. Колесо. Поджимается внизу, проседает немножко. Это давай, эта штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эльгреку, мать твою. Господи, ты водишь хуже моей бабушки. Слышь, твоя бабушка вообще водит. А вы, женщина, смотрите, куда идете. Так, парни, кто этот тип? Какой? Кто? Которому мы Генри везем. Эльгрека? Врач он. Ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, Генри. Не понимаю, где чего они? В больницу-то не поехал? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эльгрека ребят вроде нас видит часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. На тебе все как на собаке заживает. Да уж, слава богу. Эй, Генри, ты не спишь? Теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эльгрека через минуту. Если я вас чую аромат сувлаки. Успели, мужик, быстрей! Мужик! Вы доктор Эльгрека? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. За нами должок. Несите его в дом. Эллада! Стой. Коня в дом. Деньги быстрей. Свои возьми. За работу. Вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. Бабло. Так, мы набрали деньги на плату отцовского долга. Да я их давно уже набрал вообще-то. Я мог бы и раньше их привезти. Там менты.
Едьте дальше. На выход. Ты что делаешь? На выход. Вылазь нахрен! Не убивай меня! А, черт, бежим! Все нормально, мужики. Открыть. Открыть дверь мне нужна. Все, ты приедешь туда. Пикапушина зверь просто какой-то крысер на колесах. Прикольно. Я еще до такого состояния машины не доводил. Интересно, чья это? Тачкой. Ну, правда, не сказать, что цивильного вида, но она белая. Или зеленая. Хрен его знает, короче, ну ее нафиг. Пойдемте к матушке. Маман, я принес себе денег. Скалет, а тут кто? Не успел прочитать. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово! Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворил, а? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Обязательно. Береги себя, Вито. Это как прикол, помните старый видос? Ты где был? Бегал. Но футболка сухая. Футболка сухая и совсем не пахнет. Это когда горлом. Вбейте как-нибудь на ютубе, если вам интересно, горлом. И бегал. Вы. Так, я так понимаю, все. Джо. Давай, я верю, ты сможешь заехать. Ладно. Я все-таки верю, что он может заехать. Давай. Дорогу. О, заехал. Интересная была серия, нам дали
стрелять из МГ-42, мы оказывали, ну, почувствовали себя в роли скорой помощи. Хрень какой-то хотел сказать. Вот. И что у нас? А, ограбили ювелирно, подставили ирландцев, паркурили по крышам. Это что у тебя? Это сейф. Это реально сейф. Боже, даже наверху написано сейфко. Прикольно. Ладно, ребят, я, наверное, предлагаю на этом закончить. Встретимся в следующей главе. Спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи. Комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. И всем пока-пока!